Две недели администрация Химок работала в Сходне. Глава городского округа Дмитрий Волошин принимал жителей, выслушивал жалобы, разбирался с наболевшими вопросами. После того, как подвели итоги работы выездного штаба, назначили ответственных лиц и сроки реализации задач. Одним из первых решили вопрос жильцов дома на улице Микояна. Долгое время их беспокоило отсутствие информационного щита. Поскольку люди не знают, информация должна быть, это необходимо. В принципе, для людей, да? Вот я обратилась с этим вопросом, в том числе. И, к моему удивлению, там, хорошо, выслушали, все записали, вот, все приняли к сведению. И я была приятно удивлена, то, что стенд поставили практически через день. Еще одна проблема жильцов этого дома – высокие деревья. Их ветви раскидываются слишком широко, и от каждого порыва ветра бьются в окна. Особенно остро проблема стоит зимой. Во время ледяного дождя затвердевшие ветви повреждают стекла. Этим вопросом коммунальные службы обещали заняться в ближайшее время. В данное время оформляются документы, необходимые для того, чтобы осуществить СПИЛ, это порубочный билет. И после того, как документы будут оформлены надлежащим образом, работа будет проведена и, собственно говоря, заявителю она будет предъявлена. Дмитрий Волошин проводит встречи с жителями регулярно в разных микрорайонах Химок. Обратиться к главе со своими проблемами может каждый. Узнать следующую дату приема и записаться можно на сайте администрации или по телефону 8 495 572 73 38.